Всем привет! На эти выходные выпадает старый Новый год. Кому было мало, может допраздновать свой любимый праздник в ночь с 13 на 14 января. А я расскажу свой прогноз погоды на эти выходные. Субботний день обещает быть облачным, без осадков. Днем столбик термометра покажет минус 2 градуса, ночью минус 6. В воскресенье солнце редко будет выглядывать из-за облаков и пройдет мелкий снег. Днем столбик термометра покажет минус 1 градус, ночью минус 4. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свое объявление в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.